Всем доброго времени суток. Как обещал в предыдущем видео, в этом видео я расскажу о том, как сделать электромагнитное переключение стрелок. Переключаются они при помощи тумблера. Смонтирована схема с обратной стороны, вот маленькая платка, и подробнее сейчас я расскажу, что для этого потребуется. Так, для изготовления переключателя понадобится какая-то макетная плата, хотя можно сделать и навесным монтажом. Два конденсатора электролитических на 1000 микрофарад 25 вольт. Два резистора по 1 кОм, два диода 4000 первых, переключатель с двумя группами контактов, ну и колодки, либо же можно будет опять-таки к плате припаять все это напрямую. Схему вы сейчас видите на экране. Кроме того, я дам ссылки в описании, где можно скачать в качественном виде эту схему. Кроме того, в данном переключателе можно использовать еще индикацию. Для этого понадобится дополнительно еще два диода 4000 первых и два резистора по 2,2 кОм, ну и соответственно два светодиода. Ссылка на схему также будет в описании. Значит, принцип работы основан на том, что когда катушка не подключена к одному из конденсаторов, он заряжается. Соответственно, при переключении за счет его разряда происходит переключение. И резистор ограничивает ток через катушку, соответственно, никакой нагрузки на нее нет. Вот, в общем-то, все хитрости в этих переключателях. Для переключения кроссовера, где используются 4 катушки, либо для переключения двух катушек, например, двух стрелок, лучше поставить конденсаторы большей емкости, например, там 2200 микрофарад. Вот, в общем-то, и все. Надеюсь, информация пригодится. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться на канал. Не забывайте включить колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео. Еще раз спасибо всем. Пока-пока.